Сегодня в Тюмени назвали имена победителей областной олимпиады «Интеллект-2015». Уже в 22-й раз жюри выявляет талантливых студентов из 18 вузов региона, а также Ямала и Югры. В ходе испытаний ребята отвечали на теоретические вопросы по своим дисциплинам. Всего свыше 40 номинаций. Немало желающих было показать свои знания по инженерно-техническим наукам. Участниками интеллектуальных состязаний стали 500 студентов. На олимпиаду я приезжаю уже в 3-й раз. Второй год я занимаю 1-е место. С каждым годом совершенствуешься в этой науке. Так как у меня специальность географ-биолог, поэтому мне это полезно, чтобы затем пойти в школу и учить ребят.